такси. Башни с короной Максимилиана. А вот это вот нескончаемая очередь. Можно совершить увлекательную экскурсию на велосипеде. Объявление как раз напротив Вестерн-Кирка. Зато замечательно видно это здание. Музыка еще какая-то. И прямо тут у церкви идут улицы красных фонарей сплошным потоком.
деревянные башмаки. Да. 22 евро. Это тут одна штука 5 стоит. Стерлиц.
пирамида. Память о сражении с Наполеоном. Объединенных войск, которые они удачно проиграли. 5:05 только что закрыли ворота. Сколько вход на пирамиду? Подъезжаем к Аркхейму. Выбрали велосипедные тропы, идущие по паркам. Вот из одного парка переехали в другой. Только что посмотрели, там два кемпинга. Вокруг Аркхейма нескончаемая вереница парков с горками.
28 на такие перезвоны. Как нам повезло. Спит в нашем вигваме. Хорошо же вам с телевизором, со светом. С телевизором, со светом. С холодильником. Тут как холодильник. Ага, разобрали кресло, вот тут организовали себе ложе. Книги читаем. Да. Вот такой вот у нас стол, здесь мы сушим палатку. Остановка. Оставляешь деньги, берешь вишню. 1,5 евро мешок. Здесь вот организован такой парк для отдыха. Там зайчики выстрижены. Стасион. Всякие вон медведи, слоны подвешены. Сейчас спустимся вот к этой вот площадке, чтобы попить чай. Вот такое вот огроменное дерево, с которого собирают черешню. Который потом это ест. Вкусно? Ага, из ухру. Wie viele Kirschen da? Und hier auch noch hier. Und da ist ab. Okay. 350 килограмм собирают с этого дерева. 23 года ему.
Лапки тоненькие, башка только небритая. Монстры, просто монстры. Деревья шагай. Иди, иди, не стой. Майеркерк город. Морская церковь. После дождя решили подсушиться, чтобы зайти в кафе. Шикарнейшее здание, конечно. Позвонив на кнопку, мы вызвали личный корабль.
одного выгнали в другой. Все стоит зарезервировано. Кстати, вот надо. Гросс резерв, да? Большой резерв. Я от взвешивания отказалась. Есть 300. Хотя я думаю, и... Местная достопримечательность. Гауда. Идет дождь, мы стали под деревом, как раз вот напротив какого-то павильона Сан-Джозефа. Чем они тут занимаются, но в виде гусей. Наверное, университет по выращиванию гусей, не иначе. Thank you.
нидерландские пацаны ездят вот на таких велосипедах.